Но так как Артем джентльмен, он уступает место, что я прочитаю сейчас даме в стихе. Можно? Конечно, конечно, конечно. Подождешь? Подожду. И я там тоже, вот, отец Александр, подождет. Сейчас. Страница какая. Вы, наверное, смотрите. Я прошу прощения. Какой даме? Тут у тебя столько. Я вам не берусь искать, я не знаю, какой именно. Да, простите меня, конечно. Вот сейчас. Знаете, вот у меня есть друг, мы многоженец. Он все ходит, все это, все играет. Вот. Значит, я идет паломников Ирина. За все это лухи пересекает. Молитвы освещает путь. Как все апостолы в пустыне. И с той дороги не свернуть. Ведь каждому нужна забота, кровь, пища, сон и Божий дом. Ох, непростая эта работа, все время думать обо всем. Ведет паломников Ирина. Бывает и тернистый путь, дорогу храму не перина, где полежать и отдохнуть. Зато потом, какая радость, храм светом Божьим освящен, забыта вся мирская пакость, Дух Божий в сердце воскрешен. Ведет паломников, Ирина. Ирина Глазова, будьте любезны. Это муза Александра Кадер. Но у него, он такой мужик, у него муза много. Это сверхчеловек.